субботу, 11 июля, на всей территории Республики Алтай, по прогнозам синоптиков, ожидается достаточно прохладная погода, пройдут дожди, местами с грозами. Кушагач, переменная облачность, днем и вечером дождь, температура воздуха ночью плюс 11, днем плюс 20 градусов. Ангудай, пасмурно, дождь, плюс 15, плюс 18. Турачак, переменная облачность, ночью и днем дождь, плюс 16, плюс 21. Улаган, малооблачно, дождь, плюс 14, плюс 19. Усть-Кан, облачно, дождь, плюс 14, плюс 17. Усть-Кокса, пасмурно, дождь, гроза, плюс 15, плюс 18. Чимал, облачно, дождь, гроза, плюс 17, плюс 19. Чоя, переменная облачность, дождь, гроза, плюс 17, плюс 21. Шубалино, пасмурно, дождь, плюс 15, плюс 16. Горно-Алтайск и Майма, переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, 1-2 метра в секунду, порывы до 10 метров в секунду. Атмосферное давление утром 726, вечером 731 миллиметр ртутного столба. В течение суток рост атмосферного давления. Температура воздуха ночью плюс 17, днем плюс 20 градусов.